Добрый день, дорогие мои друзья! Сейчас на дворе сентябрь, и у нас открывается новый учебный год. Новый учебный год открывается и в очной школе «Кройка и шитья» Галины Коломейко. Так что, если вы давно наблюдали за мной, приобрели и читали какую-то из моих книг, и давно мечтали попасть ко мне на занятия, на очные занятия, я вас приглашаю. Воскресная группа уже занята. У нас несколько групп. Есть группа по средам с 10 до 2. Есть группа по субботам с 10 до 2 и с 3 до 7. И это третья группа. И есть группа по воскресеньям. Если воскресная группа уже занята, то остальные группы еще заняты, места заняты не полностью. Поэтому я приглашаю вас к себе на занятия, научные занятия. Приходите. Мы занимаемся 12 недель. Один раз в неделю по 4 часа. Оплата идет по занятиям. Все подробности на сайте koloimeiko.ru вы можете прочитать. Там же вы можете забронировать себе место. Место, бронь заключается в том, что вы оплачиваете половинку первого занятия. А затем, когда приходите на него, мы уже с вами, вы оплачиваете вторую половинку занятия. Приходите на второе занятие, оплачиваете второе занятие. То есть оплачивать сразу за весь курс у меня не нужно. Ну, что еще хочется добавить, что интенсивность занятий очень высокая. Приготовьтесь к тому, что вам будет нужно выполнять домашнее задание. Я проверяю все старательно, веду занятия я все сама, и поэтому за 12 недель мы научимся с вами строить выкройки. У нас будет практика кроя, не шитья. Практика шитья переносится на индивидуальные занятия по вашему желанию. А вот практику кроя мы проходим с вами здесь, на занятиях в моей школе. То есть вы будете кроить и базовую конструкцию на любую фигуру, причем не обязательно на условно-типовую, но и на самые особенные фигурки, на полненькие фигурки с различными выступами. Вы будете уметь моделировать, познакомитесь с базовыми понятиями моделирования, и мы на примерах, на различных, постараемся рассмотреть как можно больше различных фасонов. Это и перевод выточек, и параллельная раздвижка, и лучевая раздвижка, и комбинированная раздвижка, различные драпировки, различные покрои рукавов. Это и реглан, и цельновыкроенный рукав, это рубашечный рукав будет, и базовую конструкцию без нагрудной выточки для того мы пройдем для того, чтобы построить вот такой вот топик, например, из трикотажного полотна или водолазку, как многие любят, или какую-то футболку, и это мы пройдем. Мы пройдем с вами также брюки, естественно, вы научитесь садить брючки на любую фигурку так, чтобы было как можно меньше заломов или вообще их не было. Мы откроем все эти вам секретики, пройдем даже купальники, корсеты, детскую и мужскую одежду. Но вот это коротко о том, что мы сможем сделать. И в конце этого курса вы поймете, у нас будет целый урок, посвящен тому, как же кроить, наконец, сразу на ткани. Работать вы научитесь с одной примеркой, у вас настолько будет точный крой, что вы не будете тратить время на подгонку, на исправление каких-то неправильностей, да, на корректировки своих выкроек. Вы просто будете, примерив платье один раз или изделие свое один раз, вы будете просто дальше идти по технологической цепочке, то есть будете просто дошивать свое изделие. Кстати говоря, о том, как дошивать его правильно, какие обязательные этапы нужно проходить на этом пути, мы тоже с вами будем изучать. Но это мы будем изучать на занятиях теории. Вот коротко о программе наших занятий. Повторяю еще раз, приглашаю вас, пока еще есть места. Бронируйте себе места на сайте koloimeiko.ru и приходите к нам учиться. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!